Берложку надо затащить? Нет, не в берложку. Куда же ее поставить-то, скажи теперь, перестановка мебели дома? Что, Эльза? Вот игрушка, так игрушка, а то скажи все. Мелочь какая-то. Ну и куда ты? Пошла, говорит, я осматривать территорию, куда бы ее перетащить. Кто там пришел? Леша приехал. Че, Эльза, папка приехал? Кто там? Это не за елкой, не переживай. Никто у тебя ее не заберет. Надо будет, я тебе еще притащу. Львы спят, свернувшись клубочком? Слушайте, они насчет клубочков сомневаюсь. Они спят, она развалившись, как эта домашняя кошка сытая. Они же такие вальяжные достаточно животные. Признак зимы у кота, что это сворачиваются. Да ну, какая у него зима, вы же видите. Ей все нравится. У нее же там внутри теплое помещение трехкомнатное. В каждом помещении по обогревателю стоит. Так, она все домой тащит в берлогу. Все в дом, все в дом. Хозяйка. Она предпочитает улицу, на самом деле. Вот она, ну, заходит туда, мы ей там еду оставляем, чтобы снегом не засыпала. Вода у нее там внутри, чтобы не замерзала. То есть, а так она в основном здесь караулит, чтобы кто-то к ней подошел. Потому что ей нужен контакт с человеком. Ну, ей нужен контакт с собратьями, конечно. Поскольку собратьев нет, мы у нее вместо своего прайда. Она себя кем позиционирует? Ну, членом прайда.